вчора внаслідок артилерійського обстрілу зі сторони російсько-терористичних військ постраждали помешкання місцевих жителів, вибиті вікна, пошкоджено дах. Со сторони Горловки діто літіло, знову Горловки з тої сторони літіло. Естественно, було дуже страшно, очень это самое. Я в тот момент, когда разрывались снаряды, у меня в доме находилась внучка 10 лет, бабушка 80 лет. Но я их, конечно, перевела в другую комнату, и вот пока были обстрелы. Но кроме этого еще были, немного ниже на улице были прилеты. Ну, пока перетерпели, переждали в доме, и все. Мы сильно стреляли, и стекло разбилось. И сильно было страшно. Не знала, что это стреляет, но потом я испугалась, и я подумала, что это очень сильно близко. Но это, ну, правда, близко было. Також було зруйновано підстанцію електричну, пошкоджено промислову мережу електрожилення та високовольтну мережу. Також було пошкоджено газогін. Вон там один, вот, раз, два, три, и три было сквозных. Но газовым еще трохи пахло. Не было газа, не было, нет света. Свет на данный момент делают электрики. Газ оперативно сделали в 6 часов утра. Газ сейчас есть. На данный час протекание газа усунено и тривают работы по відновленню электрожилення. Принесут те рубильники тогда и починим. Автоматы. Сегодня? Да. Ну, если привезут сегодня, значит сегодня. Особовим складом спеціального піротехнічного загону ДСНС України було проведено розмінування території, а також військовослужбовці зараз надають допомогу в усуненні пошкоджень електромережі та помешкань місцевих жителів. Плохие дяди, больше так не делайте.